На аэрокосмическом факультете ЮРГУ настоящие покорители небес познакомились с отделением подготовки пилотов. Экскурсионный маршрут проходил через современные мультимедийные аудитории, учебные и научные лаборатории, а также вычислительный центр. Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Старчевой отметил высокий уровень материально-технического оснащения факультета. Приятно, что современные тренажеры поставлены в университет. Приятно, что те специалисты, те преподаватели, которые здесь работают, имеют высокую квалификацию. Я думаю, что если и дальше так все будет продолжаться, ну, у вуза большие, так сказать, перспективы. О совместных планах Росавиации и ЮРГУ вы узнаете в следующем выпуске новостей.